Для приготовления итальянского салата с персиком и моцареллой вам понадобится листья салата, персики, жареный миндаль, сахарная пудра, бальзамический уксус, оливковое масло, соль, молотый черный перец, домашний сыр, моцарелла. Нарезать персики, обмакнуть сахарную пудру, обжарить 2-3 минуты с каждой стороны. Смешать карамелизированные дольки персиков с измельченным миндалем, листьями салата, солью и перцем по вкусу. Заправить салат бальзамическим уксусом и добавить кусочки домашней моцареллы. Для приготовления домашней моцареллы возьмите молоко, соль, воду, лимонную кислоту и сычужный фермент пепсин. Лимонную кислоту растворите в воде, добавить кипяченое молоко и размешать до однородности. Нагреть до температуры 60-65 градусов. Убрать с огня, добавить пепсин, разведенный в воде. Помешивать по часовой стрелке. Накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Заготовку для моцареллы вылить в сито, чтобы сцедить лишнюю жидкость. Затем сформировать шарики, отправить в микроволновку на 1 минуту или на водяную баню на 2-3 минуты. И домашняя моцарелла готова. Возьмите шпинат, филе курицы, персик консервированный, твердый сыр, микс салатов, черный молотый перец и красный болгарский перец. Для соуса возьмите бальзамический или яблочный уксус, оливковое масло, горчицу, мед, соль и перец. Филе курицы нарезать небольшими кусочками. Замариновать на несколько минут в оливковом масле с добавлением черного и красного перца. Поджарить на сухой сковороде. Шпинат и листья салата порвать на мелкие части. Для заправки соединить и взбить бальзамический уксус, оливковое масло, горчицу, мед, соль и перец. Смазать тарелку соусом и выложить на нее шпинат и салат. Сверху положить кусочки курицы и натереть сыр. Персики нарезать ломтиками и выложить сверху. Нарезать и выложить сладкий перец. Заправить салат приготовленным соусом.